Найти и обезвредить группу вооруженных преступников. Такую задачу поставили бойцам спецотряда быстрого реагирования и полицейскому авиационному отряду областного главка в ходе учений в Волжском районе области. По замыслу, группа вооруженных бандитов скрылась в лесистой местности. Искали их с помощью беспилотников, так и поисковой группы спецназа, которые прочесывали местность после высадки самолета. Вот этот карьер, вот он. Вот мы сейчас находимся вот здесь, вот в этом месте. Вот. Тебе нужно дойти вот до сюда, встать вот здесь. Противника в итоге обнаружили в старом карьере, окружили и взяли живьем. По словам силовиков, подобные тренировки проходят регулярно, в том числе и в городских условиях. В реальной операции таким образом спецназ уже высаживался с вертолета, например, на крышу огороженного промышленного здания.